Он любил живопись больше жизни. Такими словами искусствовед Вера Крылова вспоминает своего друга, художника Валериана Нестерова. С этюдником он объездил территорию всего бывшего Советского Союза. С одинаковым вдохновением воплощал на холсте и суровые пейзажи Сибири, и наполненные солнцем крымские ландшафты. Это был пейзажист. Хотя он обращался к тематическим картинам и портретам, но все-таки его сердце принадлежало пейзажу. Ему всегда удавалось передать и то место, где он писал, природу, и настроение. Валериан Нестеров – один из четырех живописцев, чьи работы объединила экспозиция «Незабытые имена земляков». В соседнем зале – полотна Сергея Солодовника. Он изображал представителей разных профессий, раскрывая красоту их внутреннего мира. Выставку, которая изображает не военные сцены, а народ, одержавший победу, подготовили к 9 мая. Каждый из них – очень яркая индивидуальность. Так или иначе, но война прошла по их судьбам. И вот хотелось бы накануне 9 мая показать что-то красивое, мирное, оптимистическое, такое, знаете, вот исполненное здорового духа и любви к жизни. В залах музея также представлена живопись и графика Григория Томенко и Леонида Чернова. Все художники родились или работали в Харьковской области. Напомнить посетителям о богатом творческом наследии земляков – еще одна цель организаторов выставки. Виктория Тарянник, Анастасия Горелкина, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».